Привет! Сегодняшний выпуск будет посвящен обзорам сразу нескольких тем. Первое – это наши недавние коллаборации, одна из которых с Анной Нетребко. Это коллекция, которая произвела настоящий фурор, и она уже доступна для заказа на нашем сайте. И сегодня мы с вами посмотрим все эти сумочки поближе. Далее – это коллаборация с киностудией «Союз Мультфильм». Все наши любимые мультики из детства воплотились вот в таких потрясающих деревянных сумках, которые мы тоже посмотрим поближе. И проведем обзор на сумку победителя нашего недавнего конкурса, где мы предлагали вам стать настоящими дизайнерами компании MyBacho. И результат у меня в руках. А еще мы с вами подробнее поговорим про рубрику «Сумка недели» и вновь проверим вашу интуицию. Данная коллекция представлена двумя моделями. Первая – это бокс «Мадам Баттерфляй», вдохновленный одноименной оперой. И также миниатюрный клатч с названием «Искатели жемчуга». В свободной продаже всего 7 боксов, поэтому каждое изделие можно назвать абсолютно уникальным. Более того, каждому из них присвоен порядковый номер, и каждое из изделий сопровождается паспортом. Коллаборация с Анной Нетребко была для нас долгожданной. Все-таки не каждый раз удается поработать с дивой мирового масштаба. И у меня в руках настоящее произведение искусства для истинных коллекционеров и ценителей прекрасного. Можно без ложной скромности сказать, что эта сумочка – некий инвестиционный вклад и предмет роскоши, который можно будет смело передавать по наследству. Если бокс-мини у нас полностью покрыт краской, то здесь мы сохранили фактуру дерева. Это также обусловлено дизайном Анны. Здесь у нас есть фирменная гравировка MyBacho. Отличие этого клатча от остальных нашей серии – он на магнитах. И здесь можно видеть такие перламутровые жемчужины. Напомню условия прошедшего конкурса. Мы предложили вам стать дизайнерами нашей компании, предложить свой уникальный принт. И самый интересный вместе с вами мы выбирали на голосовании для реализации. И вот, наконец-то, сумочка готова, и она сегодня отправляется к своему победителю. Чем она примечательна и что в ней такого необычного? Во-первых, она очень лаконичная и довольно-таки уже подходящая к сезону. Все-таки лето заканчивается, впереди нас ждет осень и долгожданная сказочная зима. И эта сумочка во всем ее дизайне полностью отражает эту историю. Внутри такая потрясающая кожа, цветная. Кстати, вот в рамках индивидуальных заказов мы часто об этом говорим, что по вашему желанию мы можем вставлять абсолютно любые подклады из любых материалов. Внутри у нас не только потрясающего цвета подклад, но и специальный пульт, которым управляется подсветка. Прелесть этой сумочки еще в том, что она по-настоящему волшебна, и можно вот таким образом зажигать и выключать луну, которая сопровождает путь сказочного оленя. Следующая коллаборация, о которой мы с вами поговорим, это уже хорошо известная вам киностудия «Союз Мультфильм». Мы также очень горды этим сотрудничеством и рады еще раз рассказать об этих потрясающих сумочках. Котенок Гав у нас представлен в двух моделях. Первая – лаконичная, с нежным розовым фоном для романтичных натур. Внутри у нас натуральная кожа. Также сумочка сделана из массива бука, здесь хорошо видно текстуру дерева. И сзади у нас есть логотипы нашей компании и киностудии «Союз Мультфильм». Сумочка невероятно легкая и жизнерадостная. И вторая модель. Здесь котенок Гав более игривый. Кстати, если вы помните, эта сумочка уже была у нас в рубрике «Сумка недели». Поэтому, если вы хотите получить подобную модель по специальному прайсу, то следите за нашей акцией и за нашей рубрикой. Чем она отличается от своей подружки? У нее есть подсветка. И в целом весь дизайн этой сумочки, он более дерзкий, в хорошем смысле этого слова, более игривый и гарантированно привлекает к себе внимание. Помимо узнаваемого персонажа, довольно-таки яркий фон, и мы видим такую специальную подсветку. Управляется, как всегда, вот таким пультиком, легким движением в руки. Внутри также натуральная кожа. Ежик у нас есть не только в тумане, но и в чистом поле. Буквально в чистом. Это очень нежная сумочка. И если посмотреть ее поближе, здесь прекрасно видны все переливы и очень тонкая работа наших мастеров. Кажется, что рисунок довольно-таки простой, но здесь очень много нюансов, которые мы покажем вам поближе, которые хочется рассматривать. В какой-то степени эта сумка как мини-картина.
но которую можно вешать не на стену, а носить всегда с собой. И самый долгожданный момент этого выпуска. Я хочу поздравить победителя, который первым правильно отгадал сумку недели. Это наша модель «Не питон», которая отправляется именно к вам. Чем хороша? Ну, во-первых, она сама по себе очень стильная, лаконичная. А во-вторых, при создании этой сумки ни один крокодил не пострадал. Мы видим здесь имитацию кожи рептилии. Также сам крокодил сделан из объемного декора. Внутри у нас эко-кожа, так что эта сумочка полностью соответствует трендам. Всем остальным я желаю не расстраиваться из-за того, что вы не угадали первыми сумку недели, а лучше воспользоваться нашим специальным предложением, потому что в течение 7 дней на эту сумку действует очень приятная цена.